Всем привет! Сегодня на моем канале «Готовить как дважды два» я поделюсь с вами рецептом мягких вафель в гриле. Берем миску, вливаем в нее растопленное сливочное масло. Вбиваем яйца. Всыпаем сахар, тщательно перемешиваем муку. Нужно добавлять частями, чтобы не пересыпать, и перемешиваем до однородности. Вот такое густое у меня оно получилось. В разогретый гриль выкладываем тесто небольшими порциями. И обжариваем до золотистой корочки. Вот такие вафли у меня получились. Подать к столу можно со сгущенкой или вареньем. Приятного вам аппетита! Готовьте! Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, мои дорогие! Пока-пока!